Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов. Сейчас будет ваша любимая рубрика «Баянист» в чат-рулетке. Основной выпуск смотрите на канале «Хижина музыканта» по ссылке в описании. Ну а здесь вы увидите не вошедшие реакции, поэтому поставь лайк этому видео, подпишись на канал, если ты еще здесь не подписан. Да и в целом поддержи ролик, потому что в последнее время просели просмотры, и только ты можешь помочь их поднять. Приятного просмотра. It's good. Do you know this music instrument? No? I don't know. No. You play? Button, accordion. A little bit. I can play for you something. Okay. Don't skip, please. Okay. Do you know this music? No, but it's so good. Good. Thank you. Привет. Привет. Как дела? Отлично, ваше как? С вами же говорить, да? Или на вы? На ты уж зачем? Я ж не настолько старше. Где-то на годика три, да? А сколько лет? Мне 19. Ну, мне это... 5 лет? Да. Нет, если честно, я тебя удивлю сейчас. Мне 26 лет. Не выглядите на 26. Спасибо. Чё, я где-то на лет 12 тебя старше, да? На 11. О. Мари, тест, если ты узнаешь эту мелодию, то ты могла бы, в принципе, претендовать на взрослую уже девчонку. Вот смотри, сейчас. Устала? Нет, но знакомое что-то, но что не знаю. Mortal Kombat это. А я играю в это. Да, а, ну ты в телефоне, а мы же играли раньше в Dendy там, ну, понимаешь, да? Да. Вот. Вау! И чё, когда включаешь, там играет эта музыка? Нет. Вот чё они неправильно сделали? Тут такие смешные люди есть. Да? Да. Которые вот так берут и показывают вам вот это, да? Офигеть! Подожди, подожди. Да я заскринил! А, можно? Это я могу это подписаться. Давай, все, заскринили? Да. Фух, она вообще-то весит 3,5 килограмма, вот так на вытянутой руке тяжело держи. Ну, баян больше, кстати, весит. Баян килограммов 12 или 15. В этом видео нет рекламы, но я хочу поделиться своей новостью. Я выпустил новый трек под названием «Где моя юность?». Прослушать можете абсолютно на любой музыкальной площадке. Эй, где моя юность, что грела надеждами так уголек? Прослушайте несколько раз, добавьте к себе, отправьте друзьям, этим вы очень сильно поможете. Ссылочка в описании. Where are you from? I'm from New Orleans. Ah, I'm from Russia. From Russia. Russia? Yes. Serious? Like, oh, okay. I play Russian harmonica. What is that? It's music instrument, button accordion. You can play? Yes. Can you play, please? Let's, I will play one song and you should say me what I played. Name okay, of this. Okay. I'm trying. So, I'm trying. Okay. Okay.
you know it? It's really pretty, but I don't know. I'm really don't know. Do you know Scooter? Scooter. Singer from Germany. No. How much is the fish? No. Okay. You're fun. You're funny. Thank you. Thank you. How do you think how much subscribers I have on YouTube? I'm not sure, but I'm really trying to 500? No? Something? 500? No, more. 10? No. 7? No, I had these. Oh. Wow, you're really black. Oh my god, it's really cool. And I had these. Whoa, you have a million people? Yes, it's... Oh my god. It's so cool, really. I can't believe that. Привет. Привет. Как делишки? Хорошо, вроде бы. Мы не встречались? Нет, наверное. Как будто знакомое лицо? Да, мне кажется, нет. Но у меня память не помню. Чё он этот, блядь, шар еб... А чё он это... Не трогай! Это антистресс? Ну. Смотрите, я могу сыграть вещь. Если вы угадаете, откуда она, то я угадаю, сколько вам лет. Давай. Сейчас. Во. Не то? В голове крутится, но я не знаю. Я знаю эту мелодию, но я не знаю, откуда она. Ага, ну ладно, вторая попытка. Смотри. Спасибо. Так быстро? Тебе что, 15 лет? Нет, мне 18. Неплохо. Давай еще что-нибудь. Наша русская. Не, а сами-то что слушаете? Я все слушаю. Ну и зачем ты сейчас пи***ешь? Моргенштерна я не люблю. А при чем тут Моргенштерн? А кто? Ты вообще половина музыки, которая у меня есть, ты вообще там... Ну я не люблю кальянный рэп. А при чем тут кальянный рэп? Я не только такое слушаю. Типа не только современно? Она знаешь, что слушает? Кровостока. Две песни. У меня нервы, это... Нервы? Нервы. Не слушаете? Да. Не пробовал ни разу нервы на баяне играть, кстати. Это реально? Много кто играл, как думаете? А на баяне не знаю. А, вот это вылетело. Блин, можно, конечно, попробовать. Типа, и пропадать в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадать в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Задержи дыхание на миг, ощути, какая глубина. В моей голове идет война. Ну, как вам выпуск? Если понравился, поставьте лайк. Если нет, то дизлайк. Напишите любой комментарий. Подпишитесь на канал и обязательно прослушайте мой новый трек «Где моя юность». Скоро увидимся. Всем пока.